Я быстро пошла. Всем привет! Сегодня 1 воскресенье августа. Соответственно, день железнодорожника и день поселка Купинск-Узловой. Идут сейчас полуфинальные игры. Команда «Оскол» против «Дружбы народов». Может, в YouTube попаду. А ты что знаешь? Как каша, вкусная? Ага, вкусная. Это вы в YouTube будете выкладывать? Нет. А победителю что будет? Я ничего не поняла. Ящик пива. Не победитель. Посмотри, мальчик делает переворот. Мальчик будущий паркурист. Фрира, наверное, будет бежать когда-нибудь. Вот это сколько там народ налетело. Как пчелы на мед. Нет, как нужно. Пчелы на мед. Нет, это не наш второй. Это поменного круга. Как бы у нас такого... Только в такую жару, конечно, она очень горячая. Зато очень. 4-5. Там он кашу раздают в честь свадьбы Гарика, получается. А что, там свадьба? Да, да, да. Папа, там свадьба. Да считай, точнее, сказать не свадьба, а послесвадебный банкет. Ну, типа, вчера тут свадьба была. Да и 10-го сутка уже. У тебя? Ты реально, вот на речку реально. На свадьбу, на день рождения на речку. Как можно еще одевать? Взял на телевизор, полегу пошел. Ну, зима, на речку. В баню. Ну, или в аквапарк. Так, там окончился первый период игры. Кто же выиграет турнир ко дню поселка? Тайм-аут идет. Понятно по местному, да, они там картошка, они там как у нас как железка, да, там наши говорили, волка, там так, это нормально, парень приехал, я спрашиваю,
Да, судья заботится все больше о том, как поесть каша, а не как судить. Thank you.
ловит, рыба не получается. Ищу и много. Сейчас скажу, что на них. Я не съел. Я далеко ушел, да. Давай, это... А где можно? Макс, а там можно? Как это понять, первое и последнее? Все, уже игра завершилась? Ну, винчуки. Тайм-аут, тайм-аут называется. Понятно. Я объявил тайм-аут. Команда это взяла. Давай. 3-0. Да?
Попили воды из 5-литровой баклажки, набрали сил, называется. Так, смена 7-1. Давай, играем вот эту комбинацию. Не, обычная игра. 7-1. Забрал. Сбежал, и ты сбежал от него. Я понял. Как раз не так сильно. 11-3. Давай. Давай.
13-3. Я просто не знал, как играть. Сори. Руками мяч подаю. А теперь в воду лезь. Эй! Иди сюда. Иди в мид, бери. Доставай мяч. Давай, кидай. Достали? Да. А где он? Он. Команды такие, кроме пятиэтажных матов, больше ничего не умеют. Стабильности им не хватает. Вот что наблюдается. Короче, все сильные. Не. Две команды. Там уже вон финалисты стоят, своего соперника ждут. Сейчас, наверное, еще будет третья партия играться. Хотя нет, что-то я вообще запутался, там что получается, тоже игру не отыграли. Сейчас, сыграй! Ты дырка там была.
Свой мяч. Свой мяч. И дружба народов. Да. А Сколышев? Ну, не знаю, может СССР, может нет. Через военкомат. Вообще так без блока. 4-1. Ты шум нахер Давай.
Вкусный хлебушек. Даша еще за добавкой пошла. Даша? Ага. Дана кричала, я не ем. Да подожди, надо эту доесть, пока не даешь, там не насыпят. Да ее потом уже не будет. Подоешь, пока. Я сейчас пойду насыплю. 10-6. На хлебом. Кушай, я пойду. Еще? Пойди за добавочкой. Садись. Да там уже нет. Ну почти нет. Садись. Ну, надо было сейчас. Какой тут счет? 8-13. А как хоть здесь команды называются, знаете? Это, наверное, поликлиника. Поликлиника Узловская? Да, в Карнеге. Понятно.
все, тайм-аут закончился. Так это уже этот, получается. Там финал будет, и все. Это полуфинал, понятно, а это... Кто тут выиграет? Это какая партия? Первая или вторая? Или третья? Первая. Первая. А кто играет? Дорожная поликлиника и Воля. Как команда вторая называется? Воля. Воля? Воля. А чья она? Ну, просто собрались. Короче, ну, понятно. Короче, Купинск против Узловой. Да. Телефон тут какого-то звонит. Называется, сплавали до Конфедаловского моста и на, и обратно. Сенькова. А это уже финал или? Полуфинал. Один уже выиграли полуфинал. Просто к тому, что человек снимает, потом спросил. Просто своих, наверное, что. Но уже финал снимаю. Не, полуфинал. Вторая игра. В первом полуфинале выиграла «Дружба народа». А во втором? А еще что идет? Не знаю. Где? «Оскол» выиграл. «Оскол»? Да. Ну, блин. Ничего страшного. Все равно победила «Дружба». «Оскол» выиграл. Да, смешно получилось. Ну, конечно, вторая партия. Да ваши, ваши подарки. Начали на партию.
Как вот эти? Кого? Вот эти. Что, поликлиника? Воля. А, Воля, Воля. Так и чья-то там? Купин. Ну, не понятно. А, город, да? Ну, Оскол же вроде тоже город. Что? Оскол же вроде тоже город. Что, девушка, на руках носить вас будут теперь? Мороженое? А, ну то от них вон, вон там красавцы. Молодые, здоровые. Дай мороженое в поле. Что там? Эхо.
Нет, полуфинал. Еще полуфинал. Это был полуфинал, сейчас финал. Теперь финал будет, да? Да. Вот, короче, в финале узнаешь, кто выиграл. Кто выиграл, Яшка? Не, он хочет узнать, кто в полуфинале. Финал. Какая? Короче, сейчас я, наверное, пойду вот скупаюсь и потом схаваю свою кашу, которую я получил там бесплатно. Свадьба все-таки на день поселка. Так что до встречи в финале.